Дело в том, что лаборатории – это сегодня такая повсеместная деятельность театров, но прежде всего театров, которые озабочены собственным будущим, развитием собственным и неким повышением квалификации, если можно сказать так, в старой терминологии. Много лет назад, уже с 2006 года, это очень давно, была здесь первая лаборатория, она показала, что она полезна, и дальше мы уже двигались до сегодняшнего дня. Что такое лаборатория? Театральная машина очень такая неповоротливая. И театр, даже в серьезном большом городе, даже при каком-то более-менее нормальном финансировании, все равно может выпустить 3-4 спектакля. Имеет труппу иногда 50, 60, 40 человек. 3-4 спектакля, которые легко прогнозируются. Нужна сказка, нужна комедия, нужна какая-то дежурная классика. Вот уже 3, а тут юбилей артистки, бенефис. Вот уже 4, вот уже репертуар кончился. Сколько человек занято, как распределяются роли. Это все внутренняя жизнь театра, которая, в общем, оставляет желать лучшего, потому что, опять-таки, в силу неповоротливости этой достаточно тяжеловесной машины репертуарный театр. И появление лаборатории дает возможность очень многим артистам, прежде всего артистам, а также молодым режиссерам, а также молодым драматургам реализоваться в пространстве театра, но в другом формате. Это формат лаборатории. Лаборатория – это 3 дня репетиций, 2-3 дня показа. То есть тот спектакль, который готовится 1,5 месяца, 2 месяца, месяц, делается за 3 дня. Артисты иногда выучивают текст, иногда не выучивают текст, но есть оформление, есть музыка, есть костюмы, то есть это готовый спектакль, но это называем эскизом. Конечно, это эскиз, потому что он создается и живет по определенным законам, законам эскиза. И за 3 дня возникает некий набросок будущего произведения, и театр, в зависимости от удачи или неудачи, востребованности, вместе со зрителем решает, оставить это или забыть как кошмарный сон. У нас есть голосование. Ну, есть еще третья часть голосования – продолжить работу. По сути, такая лаборатория охватывает все цеха или там все составляющие театра. Начинается все с драматургии. Мы присылаем в театр 50-60 пьес, пьес современных, как правило, редко идущих. Тех, которые, до которых не всегда у театра дойдут руки, и театр выбирает из них 3. Это уже какой-то прорыв в современную драматургию. Второе, мы привозим молодых режиссеров и опытных режиссеров, но, как правило, они впервые появляются в Саратове, то есть, или там в каком-то другом городе. То есть впервые знакомятся и вливаются в театральную жизнь того или иного города новые интересные творческие силы. Самое главное – труппа. Труппа получает роли, и за 3 дня репетиции они не успевают распределить свои штампы. Они вынуждены работать на творческой энергии, как они работали в студенческие годы. Импровизация, спонтанное существование, страх – потерять нить заставляет его артиста вглядываться в партнера, взаимодействовать с ним. То есть происходит, по сути, такое обновление актерского организма, творческого инструмента актерского. Это очень важная вещь. Помимо этого, административная часть театра. За 3 дня надо выпустить 3 спектакля. Это костюмы, свет, оформление, звук. Обеспечить зрителям, это все административная часть, которая во главе с директором, с постановочной частью, с цехами должны обеспечить выпуск продукта этого. И не менее важная составляющая – это зритель. К нам приходит зритель, тем более, что мы очень часто даем рекламу в социальных сетях, то есть приходят люди, которые иногда не ходят в театр, а здесь в силу информации, полученной им, знакомым путем, они приходят, вход бесплатный, иногда он стоит какие-то копейки, там не больше 100 рублей или 50 рублей, пока у нас вход бесплатный. И со зрителями мы разговариваем, мы обсуждаем каждый спектакль, каждый эскиз, работу режиссера, актеров,
А поскольку с людьми мало кто разговаривает, они разговаривают с удовольствием, интересно. И вчера лаборатория подтвердила это, насколько там были юные ребята, подростки, насколько интересно они рассуждают и насколько они готовы к диалогу, который мало кого интересует. Ну и вот есть голосование, о котором я уже говорил, это включенность зрителя в театральный процесс. Вот создан такой модуль. И этот модуль дает возможность провести такую очистительную операцию, не знаю, некую такую профилактику всему театру как таковому. Видите, раз уже 9-я лаборатория, значит, в Саратове эта форма взаимодействия с театром очень прижилась. И действительно, за 8 прошедших лабораторий, 9-я идет, в репертуаре театра осталось 9 спектаклей, которые начинались как эскизы. И театр сотрудничает со многими режиссерами, которые были здесь на эскизах. И продолжает с ними работать, и приглашает их на другие постановки. Вот так работает этот модуль. Собственно говоря, начинка его меняется, могут быть пьесы для маленьких, пьесы для подростков, могут быть молодежный репертуар, может быть классический репертуар. Одна из самых удачных лабораторий была вообще по Шекспиру здесь, и мы за 6 дней, она была побольше, по-моему, да, за 8 дней, за 8 дней сделали 6 спектаклей по Шекспиру. Руководил, помимо меня, великий ученый и шекспировед Браташевич Алексей Вадимович. И очень много заделок этой работы, этого семинара, этой лаборатории, потом как-то пригодилось театру. Мало того, один из самых таких модных, можно так сказать, и популярных режиссеров, Дмитрий Волкострелов из Петербурга, такой лидер своего поколения, сделал здесь, в провинции, единственный свой спектакль «Быть или не быть, да не вопрос», который был в Москве, был на каких-то фестивалях. То есть это все вот часть этого лабораторного процесса. И театр, что особенно радует меня, все-таки приезжего и работающего во многих регионах, у меня, в общем, где-то за год бывает 20-25 лабораторий, потому что я их провожу совершенно в разных, с разными организациями, с разными направлениями. И есть самая из них большая, это лаборатория театра наций, которым руководит Женя Миронов, народный артист России. У нас с ним под его художественным руководством лаборатория по поддержке театров малых городов России. И мы, как вы знаете, в Саратовской области работали, была лаборатория в Балаково, а потом был фестиваль малых городов России в Балаково. Это вот тоже часть такого лабораторного процесса. Есть лаборатория Министерства культуры по национальным театрам, которые я тоже провожу, и только вот сюда я прилетел из Бурятии, из Улан-Удэ, где мы делали лаборатории и на бурятском, и на русском языке. До этого была лаборатория в Хакасии на хакасском языке. Есть лаборатории по внедрению новых художественных руководителей в театр, тоже которые я занимаюсь. То есть это совершенно разные типы лабораторий, но все они работают по принципу вот этого модуля. И что отрадно для меня, что в обновленном составе театр юного зрителя имени Киселева, новый директор и замечательный художественный руководитель театра, нашли возможность продолжить эту работу. Артисты ее ожидали, и, как вчера показал, замечательный показ по очень сложной пьесе, французской пьесе «Дзынь», которую делала Наташа Шумилкина, режиссер из Москвы. Что актерски это востребовано. Стельские это открытия, какие-то новые повороты в умении обновления актерского существования. То есть все это продолжает работать, и я благодарен и театру, и артистам, что вот эта инициатива моя, она поддерживается и развивается. И уже вчера мы начали говорить о 10-й юбилейной лаборатории, чтобы ее провести наиболее интересно, как-то расширенно, с какими-то новыми идеями и с интересными людьми. И надеюсь, что она тоже состоится. И, по крайней мере, вот в этом тандеме директор и художественный руководитель эта идея имеет поддержку, а значит, она и будет реализована. Идет эта лаборатория, ко мне уже каждый день подходит, спрашивает, а когда следующая лаборатория будет, а когда будет следующая, а что у нас следующей лаборатории будет, а какова будет ее тематика и прочее. Поэтому, ребята,
и девчонки, и актеры, актрисы, все идут на эти работы, так сказать, с большим азартом, охотой и нетерпением. И это действительно очень во многом им помогает, раскрепощает. Ну, то, о чем говорил сейчас Олег Семенович. Поэтому эта работа нами будет продолжена обязательно. Она дает свои плоды и каждодневные, и на перспективу. Вот просто даже арифметически подсчитать за 9 лабораторий, если в среднем даже брать 3 показа в каждой лаборатории, то, посмотрите, почти 30, а бывали и больше показа, 4, 5, то более 30 пьес новых текстов нашли свою площадку, реализацию в нашем театре, были опробованы. Более 30 молодых режиссеров опробовали свои силы. А если говорить еще о читках непосредственно новых текстов, которые на площадке не попадают, то этих пьес окажется под сотню почти. Так что вот насколько расширяется кругозор и актерский, и театральный, общетеатральный в этих встречах с молодыми. Так что мне остается только порадоваться, что у нас это прижилось и развивается, и дай бог, чтобы я добавлю не притормозилось. Да. Юрий Петрович просто напомнил, я забыл, что в рамках лаборатории не только проходят эскизы, но и читки, вот то, что сказал Юрий Петрович. В этой лаборатории были читки двух замечательных, интересных по-своему пьес. Одну написала актриса театра Лена Краснова, мы обсуждали и говорили о ней. И вторую, завлить театра Настя Колесникова, тоже вчера была читка. А завтра прилетит Ярослава Пулинович, очень известный драматург, действительно сейчас, может быть, тоже один из таких, ну, не лидеров поколения, но, по крайней мере, достаточно ставящихся и успешных. Она будет читать пьесу «Бесконечный апрель», у этой пьесы уже есть какая-то судьба сценическая. Ну, помимо этого, я думаю, что состоится какой-то разговор, Ярослава расскажет, у ней выходит фильм в ближайшее время, «Я не вернусь» называется, сценарий купил один из известнейших продюсеров Сельянов, вот, который работал с Лешей Балабановым. И снял очень известный эстонский режиссер, потому что это европейский проект, Ильмар Пар, и будет какая, ну, такая всероссийская и мировая премьера. Помимо этого, Театр нации сейчас будет ставить ее пьесу, купил у нее пьесу для замечательной актрисы Ингеборги Дубкунайте, она будет играть главную роль. Только что ей там заказал новый текст Сергей Безруков. Только так или иначе, она достаточно много работает в действующем театре. И вам, наверное, если вы придете завтра, будет интересно пораспрашивать ее как раз о вот той реальной картине современной драматургии и взаимодействия театра с современным автором, который сегодня существует. Хотя надо сказать, что вот то, что местные авторы, саратовские авторы участвуют в нашей лаборатории, на мой взгляд, это очень серьезно расширило диапазон, потому что молодые авторы все-таки сразу начинают взаимодействовать и с критиками, и со зрителем на уровне читки, что дает им возможность тоже расти, менять текст, как-то самим изменяться. И мне кажется, вот те два текста, которые были прочитаны в этой лаборатории, они имеют перспективу и не только для Саратова. Со временем они смогут выйти уже и на всероссийскую театральную арену. Сложившаяся ситуация в нашем государстве свидетельствует о том, что резкий всплеск, скажем, рождаемости приводит к тому, что театр для подростка – это значимая задача решения в нашем государстве. И здесь театр не должен отставать, потому что завтра столкнуться не только с нехватком детсадов, школ, но и столкнуться с тем, что мы не можем обеспечить культурное воспитание подростка, ребенка, это будет провал. И здесь мы стараемся шагать в ногу с этим временем, в ногу с теми социальными задачами, которые встанут в будущем. Один из вариантов решения этой проблемы – это предлагаемые Олегом Семеновичем различные театральные технологии. Олег Семенович является специалистом, скажем так, не только в узконаправленном смысле, методе решения вот
стоящих перед театром задач и проблем. Это самые различные варианты. Вариативность предлагаемого для театра и вот эта апробация на лаборатории позволяет театру сделать выбор. Выбор, который приживается не только одинаково на всем всероссийском пространстве, но он может отличаться немножко в том или ином регионе. И тот или иной регион должен выбирать свой способ решения этой проблемы, решения этой задачи. И здесь, безусловно, мы преследуем задачу не упустить подростка, который может в последнее время перетянуть кино, улица, какие-то другие варианты. Поэтому здесь использование, мы должны опираться на опыт, на традиции, на то, что уже достигнуто саратовским ТЮЗом имени Киселева с огромной историей, с огромной, скажем так, глыбой накопленного. И при всем при этом смотреть вперед и думать о том, какие варианты есть дальнейшего развития, прибавления нового, наращивания, увеличивания и так далее. И здесь, безусловно, лаборатория. Но это отличный способ, отличное предложение, которое, я думаю, мы не упустим. Мы действительно уже начали обсуждать 10-ю лабораторию, которую будем год обдумывать, собирать. И здесь есть предложение показать действительно накопленный опыт и нечто снова новое. Новое, которое будет, опять же, театр анализировать, смотреть, потому что постоянная конкуренция ставит задачи, дает возможность выбирать и использовать только лучшее. Вчерашний показ произвел достаточно сильное впечатление и на зрителей, и на коллег наших в театре. Он не бесспорен, там есть еще над чем поработать, там есть еще что почистить. Но 3 дня, сами понимаете, для очень сложного текста это срок запредельный, так сказать. И как они выпутались из этого, я не знаю, потому что когда я его прочитал, он меня чем-то зацепил, но как его делать, у меня даже в голове. Поэтому это о многом говорит. Так что одна из кандидатур уже как бы определилась. Дзынь в остановке, значит, вот Наталья Шумилкина из Москвы. Вот, будем обдумывать, обмозговывать, искать время, средства на продолжение этой работы, я думаю, она достаточно перспективна. А 2 остальные работы мы только сегодня еще увидим. Одну из них – это пьеса «Урбан Дюла. Все мыши любят сыр» в постановке Евгении Никитиной, ученицы Анатолия Праудина, молодого совсем режиссера, вот, тепленькая, еще она 13-го года выпуска, вот, из Санкт-Петербурга. И завтра, значит, нам покажет свою работу Алексей Логачев, молодой режиссер из Москвы. Он нам предъявит эскиз по инсценировке Ярослава Пулиновича по Льву Николаевичу Толстому «Отрочество». Очень меня зацепил этот материал, я на него запал. И вот, так сказать, он очень рассчитываю и на 2 следующих показа, что они, так сказать, имеют все основания для того, чтобы пополнить наш репертуар. Лаборатория, понимаете, она привозит одно, только одно – стресс. Мы привозим с собой стресс. Как правило, ну, здесь все-таки артист уже 9-й лаборатория, а когда проводишь ее 1-ю, артисты первый день бурчат, недовольны, ничего не хотят делать, а на 2-й день они понимают, что у них послезавтра премьера. И уже ничего не сделаешь. Уже придет зритель, и они впрягаются, и день, и ночь, и вот эта энергия творческая, она начинает клокотать. Она начинает с такой энергией, они существуют, и раньше они смотрели на часы, а здесь уже говорит, давайте репетировать. Потому что придет зритель, есть перед ним ответственность, показаться плохо перед коллегами, это все ужасно. Но желания работать нет ни у кого. Знаете, это нормально, никто не хочет работать. У меня есть такой приятель, Лёш, как-то рассказывал, замечательный человек в Греции, Василис Логос. Он проводит актерские тренинги по всему миру. Он говорит там на 12-15 языках и на русском тоже. И первое задание, которое он дает артистам, это делайте, что хотите. И вот первые 12-10 минут они все прыгают, изображают кого-то, кто-то читает вслух громко. Но через 15 минут все лежат на полу и ничего не делают.
Человек не хочет ничего делать, естественно, и надо себя заставлять, надо ставить его в условия, в которых он вынужден работать, вынужден реализовываться, вынужден сам с собой вступать в этот творческий диалог. Эта лаборатория, вот и есть те условия, которые создаются для того, чтобы артист перестал лениться, перестал глагольствовать не тему «мне не дали роли», «дали не тому», и сам тем самым съедает себя. Он должен выйти на площадку и работать, у него есть 3 дня. Ну, во-первых, я слежу за всеми выпусками режиссеров, которые проходят в Москве и в Питере, особенно у тех педагогов, которым глубоко доверяю. Это Сергей Женовач, это Кудряшов, это Гриша Козлов, ну и еще ряд педагогов серьезных театральных, которые Толя Праудин, которые воспитывают режиссеров. Я за ними слежу. Это закон, надо знать, что они умеют. Второй закон: нельзя ни на ком ставить крест. В принципе, ко мне обращаются люди, и я даю возможность им попробовать себя в лаборатории. И если даже ничего не получилось, это тоже ничего не значит. Потому что кто-то раскрывается быстро, кто-то медленно, у каждого свой ритм в этой жизни. Кто-то сформировался в 15 лет, а потом никак дальше этого не прыгнул, а кто-то в 40 вдруг себя раскрыл. Видите, я только должен дать шанс, а остальное все зависит не от меня. И третье, что вот эта особенность, которая связана со стрессом, и режиссер оставит в те же условия. Он едет, как правило, молодой репетировал только со своими сверстниками в институте. Как они репетировали? Собирались, что-то бубнили, на каком-то птичьем языке говорили, друг друга понимали с полуслова, потому что учились вместе 5 лет, 4 года. Он приезжает в театр, видит впервые профессиональных режиссеров. Сейчас мы приехали в Бурятию, приехала выпускница Кирилла Серебренникова, молодая такая, бодрая девчонка, к ней вышло 6 народных артистов в Бурятии. С ними надо разговаривать, надо быть убедительным. Понимаете, это и для режиссера это тоже стресс, и он тоже должен внутри себя найти какие-то силы, чтобы заговорить, не испугаться, отказаться от того, что он придумал в поезде или в самолете, пока летел. Потому что никто же не готовится так. Вот прямо сидят они все готовятся. Всем кажется, что я придумал. Что ты придумал? Там у меня, знаете, сзади будет крупный фонарь большой. Ну, фонарь так фонарь. А потом, когда живые люди, когда отец говорит, так, а про что мы историю-то делаем? Надо формулировать. Поэтому талант открывается, раскрывается. Потому что они талантливы. Видите, я за долгие годы работы в театре, я 40 лет в театре работаю все-таки, очень много боролся с артистами, считал, что есть плохие артисты, хорошие артисты. На самом деле все артисты хорошие. Они бывают ленивые, бывают пьющие, бывают неухоженные, разуверящие. Но они все хорошие. Потому что даже они, если они пошли в театр, потому что видели Брэда Питта по телевизору, то у них все равно есть какой-то ген, который активировался и заставил их пойти заниматься этой публичной тяжелой профессией. Я тоже видел Брэда Питта по телевизору. Мне никогда не хотелось быть артистом, у меня нет этого гена. И поэтому, раз у них он есть, значит, он активировался, значит, его можно развивать, значит, не можно вступать в взаимоотношения. Значит, в принципе, как известно, да, масса артистов, которые не реализовались в одном театре, реализовались в другом. Там Смоктуновский был изгнан за профнепригодность из одного театра, а потом стал ведущим артистом страны. Все очень сложно. Сама фактура характера артиста очень сложна, очень переливчата. И режиссера тоже. Режиссер вообще незащищенный человек. Всегда видно по сцене, насколько он готов, насколько он умен, насколько бездарен, что он украл. Он как бы голый на сцене для профессионалов. Поэтому, конечно, моя задача, которую я формулирую для себя, что я должен создать условия, в которых... Я не художник, но должен создать условия, в которых художник может реализоваться в полной степени. Вот я и пытаюсь создавать такие условия. И занимаюсь этим, как, может быть, менеджер культуры, не знаю, как еще можно назвать эту деятельность. Вообще театр наш исповедует позицию семейного театра. Мы заинтересованы, чтобы в театре было интересно как детям, всех возрастов, так и их родителям. Это не значит, что на все спектакли нужно допускать детей, потому что есть какие-то здесь ограничения. Но родителям, для родителей мы должны ставить обязательно, потому что если родителям интересен этот театр, они посетили вечерний спектакль, взрослый так называемый, им стало интересно, они поведут своего ребенка тоже. Если ребенок пришел в детский театр,
ему там стало тяжело, он будет теребить папу с мамой, бабушку, девушка, пойдем в театр, мне понравилось. Поэтому и те, и другие должны быть заинтересованы в репертуарной политике театра. И тем, и другим мы должны представлять возможность получить это удовольствие, наслаждение, может быть, какой-то нравственный урок. Поэтому у нас есть зритель, спектакли, адресованные зрителям с двухлетнего возраста. И какова реакция? Замечательная реакция. Они сидят на подушках, потом начинают общение, живое общение с актером, с реквизитом, который находится рядом с ними на площадке, отвечать, реагировать. Что-то так для себя усекают. Так что вот спектакль «Росток», вот «Над нами светят звезды» – совместный проект с германским театром, с Дрезденским театром поколений. Так что разные зрители. Вот вчера были подростки где-то, наверное, с 9-10 лет. Вот на «Все мыши любят сыр» режиссер просил перед первым рядом раскидать подушки для детей. Так что кого она собирается сажать, каких детей, хотя тут обозначено у нас с 10 лет желательный зритель. Ну, может быть, придут более младшие, не знаю. Вот. Ну и более рекомендуемый вот возраст для пьесы Пулинович, скажем, с 16 лет. Для отрочества мы с 12 лет приглашаем зрителей, хотим проверить на их реакцию. Так что все? Нет, это поразительно, видите, поскольку люди понимают, что они видят лабораторную работу, они относятся к этому как соучастники. Они рекомендуют, что-то советуют, их слушают, мы им отвечаем, вступаем с ними в диалог. И не зависит от возраста. Вчера лучшее выступление было мальчика лет 10, который очень серьезно разобрал спектакль, почище некоторых критиков. Серьезно проанализировал, сделал какие-то замечания, совершенно на равных, и под аплодисменты. Понимаете, это освобождение, задача освобождения вообще творческих сил человека. Избавить от страха, от зажима, дать возможность реализоваться в любом связанном с театром направлении. Поэтому тот зритель, который приходит к нам первый раз, обычно приходит и второй, и третий. Здесь же самое важное для критика – проявить чуткость и увидеть потенциал. И при этом как раз открыть себя спектаклю, открыть себя работе режиссера, чтобы иметь возможность понять, в каком направлении дальше двигаться, какие силы артистов, какие силы режиссера они могут дальше себя проявить и создать тот спектакль, который бы и хотел видеть зритель и режиссер, создать его или нет, или что-то не оправдается. И вот для критика сейчас важна как раз именно открытость и готовность быть действительно соучастником спектакля, чтобы помочь и направить, и понять, и дать это понять и режиссеру, и артистам так, чтобы они сами могли не просто знать какую-то оценку, но еще оттолкнуться от нее, чтобы дальше идти. Ну, как правило, этот потенциал, он очевиден. То есть сразу понятно, это живое рождено, или вот произошла неудача, какая-то нестыковка, что, естественно, бывает, без этого невозможно. Вот, например, вчерашний эскиз, в принципе, мы могли бы его, я думаю, оценивать и как спектакль тоже, потому абсолютно. Что действительно там очень мало недоработок, там только дошлифовать его, но, в принципе, это спектакль, который вызвал очень живую реакцию в зале, и там происходило сочинительство здесь и сейчас. Ну, естественно, что говорить о какие-то итоги еще подводить нельзя, все еще только впереди, большая часть лаборатории. Но, как кажется, вот какие-то вещи, которые мне кажется, вот, например, можно было бы сказать, что уже даже и из читок, и вот из первого эскиза видно, что очень сильная труппа, готова к работе в современном театре, с современным театральным языком, очень гибкая и готовая к этому. Мне кажется, так вот пока что можно сказать. И театр, мне кажется, очень открыт. Судя по тому, какой был насыщенный визуально вот вчерашний эскиз, то есть и реквизит, и декорации, чувствуется, что буквально все цеха открыты и готовы к этой работе. Это не всегда бывает, не во всех театрах так.